9 февраля, Ничанг. Последние выходные лунного Нового года. Весь Вьетнам празднует, купаются. Вот, приехали, купают детей в море. Купаются сами. Туристы есть, но среди местных жителей даже не очень заметно. Вот попробую повернуться вдоль пляжа, в основном вокруг. Я нахожусь за сценой. Там что-то сегодня будет происходить интересное, еще пока не знаю. Потом подойдем. Посмотрите просто вдаль. Посмотрите, сколько людей на море сегодня. Волна не страшная, волна такая не кувыркает. Ну, может, где-то чуть-чуть плещет, но это уже... А утром я на севере видела действительно полный штиль. Море стояло, даже вот прибоя не было. Что-то прямо удивительное. Практически никакого прибоя. Вот такое сегодня синее море. 9 февраля. Вот такой здесь Новый год. Да-да, кушают, отдыхают. Выходные на море, фотографируются, делают селфи, плавают и плавают. Вот посмотрите вдаль, сколько там людей. В общем, всем отличного отдыха. Сезон начался. Кстати, около пивоварни Луизиана лежат новые буйки. Скоро их поставят. Что будет означать, что штормов уже мы не ожидаем.